Отпрыгивай. Да ё-мо. Очень интересная отпрыжка. Здорово-здорово, Ютуб, с вами Арти. У нас новая катка на Ахмузенкабе в последнем скине, который мне просто безумно понравился. Чем примечательна эта катка? У нас очень странное дуо было и в нашей команде, и в команде соперников. На дуо стояли два мага. То есть с их стороны была Афродита, с нашей стороны была Хель. Каточка немножко необычная, естественно, я думаю, она тебе понравится. Ну и ты помнишь, да, нужно поставить лайкусик свой, коронный лайкусик, ну и подписочку. Подписочку нужно оформить. У него такая единичка красивая, что просто капец. От хила у нас дофига. Ну да, и законтрится это в итоге какой-нибудь... Один кто-то соберет. Блин, ну Хейл это пипец. Скин зачетный. Я сегодня сделаю розыгрыш. Мы разыграем. И я выложу новый розыгрыш. Поэтому в группу ВК всяко нужно вступать. Как бы оно ни было. А потом будет еще один розыгрыш. А потом еще будет и еще будет. У них тоже, посмотри, что это за пик такой. Господи, она поехала туда, чтобы дать троечку. Могла бы просто единичку прокачать. Хейл преимущество в плане того, что она меня уже может хилить. А Афродита пока не может. Здорово, калачик. А теперь нам нужно забирать баб. Охренеть, что за баб. Мега красивый просто. Есть через тройку, но я не фанат через тройку. И я очень люблю через единицу вообще, мне очень нравится. А он что, не попал в меня хилом? Фэнкс. Сейчас будет тройка. И будет совсем изи линию чистить. Что за два дуо у нас, это просто жесть. Афродита и Хель. Да что ж она не достает, что ты будешь делать? Думал, не успею пробежать. Здорово, я умер. А, они все ушли. Кто кого перехилит? Да кто кого переиграет с такой командой? Буду мучиться сейчас, капец. Не отпрыгивался что-то. Что-то не отпрыгивался. Бывает. Нету. Да что за муха, блядь? Ты от меня хочешь? Ну, антихил соберем, и им будет больно. Ну и нам будет больно. Так. Блин! Вы видели, что было? Я бы мог вообще на изичах. Я бы ее убил. Я просто стою, давай. Не промахнись, пожалуйста. Да-да, я пройду! Я же на максимальном этом целился.
Хорошо. Только я ее контрю на изичах. Или сложно играть, пацан старается. Не, ну он вроде как помогает, как саппорт, конечно. Но немножко... немножко неправильно. Но Нейт меня никак не переиграет при всех раскладах. Я не знаю, что должно случиться, чтобы меня Нейт вот именно один на один переиграла. Да блять! Сейчас бы не попадать. Сейчас бы не... Боль. Да блин, я бы мог убить. Чуть-чуть урона. Hello, motherfucker, да он даже промазал, блин. Должен случиться мерка, тогда ты проиграешь. Но я же говорю, она сама меня не переиграет один на один. Вот ни при каких раскладах. Она просто убежала, посмотри, она чуть ли не до своей базы побежала. Лол, она там и будет стоять теперь? Окей. Будем фармить. Слушай, крип развернулся, смотри, в меня стреляет. Здорово, волчица. Хорошо. Хорошо. Я думал, вулкан за нас и сказал хорошо. А оказалось, что-то ни разу не хорошо. Отпрыгивай. Да ё-мо. Очень интересная отпрыжка. Очень интересно. И вардов нету поставить. Сейчас меня ганганут. А, не, они справа. Они там. Минус таварка, чекай. Да, еще легко. Нужна Gold Fury, пойдемте. Че там, Меркурий, хочешь подраться? Что? Мисс. Я на ульт юзнула. Ой, эти. Замедлил. Че нет? Нет, не замедлил. Да дайте мне попасть-то. Ой-ой-ой, она пришла. С обраточкой. С обраточкой пришла. Нейт Т2 ломает. Пойдет? Куда найдет? О, пойдем. Пойдем поможем. Они не ожидают меня здесь увидеть. Дай ульт. Он будет что-то делать? У меня нечем хилиться. У меня сейчас ульт откатится. Ай, не успел. Блин, ну команда, ну камон, ну что они делают? О, они полуафакашные какие-то. Господи, Нейт просто Феникс ломает. Ай, что это за Нейт?
Killing by idiot. Как же мне больно. Хорошо. Я себе все хп снес. Хорошо. Отхил будет? Лол. Здорово. Хорошо, если Феникса с пушем, вообще будет замечательно. Хорошо. Здорово, Ганс. Так, что бы нам такого собрать? Нам нужен отхил для нас и антихил против них. По скорости атаки уже и так все хорошо. Лайк сходу. Красава еще. Вообще два антихила буду брать, наверное. Спасибо. Так. А что, не бьют этот, думаете? Ой, не думаю. Здорово. Там вардов понатыкали, ты лё. Ты шо, лё, вардов сколько? Мы можем ФГ убить. Хотят прям подраться. О. О, все, теперь по-любому. Циркет нету, циркет очень далеко, это очень плохо. Вулкан уже не состелит, как бы, при всех раскладах. Как же вкусно по 2.5 стреляли, господи. Блядь, а как он так... Хорошо, хорошо. Там посох у нас кто-то собрал. Посох же на меня тоже работает, судя по ауре. Здорово. Эй. I'd want to kill that guy too, like for sure. Хорошо, хорошо. Затяни хоть кого-нибудь. Давай, пока. Хорошо. Можем, в принципе, можем. Хотя там Белона, она мне очень крайне помешает, я думаю. Или нет? А дай ульт. А, ну все. 23 минуты. 23 минуты.